Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Магия денег в жизни. Как использовать сверхъестественные силы для финансового изобилия. А также в этом видео вы узнаете несколько старинных ритуалов. В современном мире, где материальный успех играет такую важную роль, многие из нас ищут способы быстрого и легкого обогащения. И именно здесь на помощь приходит магия денег. Древние практики, ритуалы способны открыть доступ к неисчерпаемым источникам богатства. Издревле люди верили, что деньги – это не просто бумажки, металлические монеты. Деньги – это особая энергия, которую можно управлять с помощью магических сил. Многие изучали тайны финансового благополучия, создавая мощные заклинания и ритуалы для привлечения денег. Одним из ключевых принципов магии денег является вера в то, что наши мысли, эмоции напрямую влияют на материальное благосостояние. Негативные установки, такие как страх нищеты, зависть к богатым, становятся мощным блоком, мешающим притоку денежной энергии. Напротив, позитивный настрой, визуализация изобилия и благодарность за уже имеющиеся – вот что открывает врата к финансовому успеху. Кроме того, магия денег предполагает использование разных ритуалов. Можно зажигать свечи, проводить медитации на денежные символы, ношение талисманов на богатство. Эти практики активируют скрытые силы Вселенной, помогая вам привлечь в вашу жизнь поток денежной энергии. Если вы верите в магическую силу денег, эти практики становятся действенным инструментом для достижения финансового благополучия. Ведь в конечном счете магия, и это идет настрой своего сознания на успех, а также открытие себя для безграничных возможностей, которые дарит нам каждый день Вселенная. И сегодня вы узнаете мощные старинные практики. Так, например, какой водой нужно вымыть пол, чтобы были деньги в доме? Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда были деньги и все шло благополучно, уделяйте внимание атмосфере в доме. Деньги не любят грязь, пыль, залежи хлама, не водятся в домах, о которых не заботятся, не приходят к тем, кто равнодушен к уборке и захламляет дома старыми, изжившими себя или ненужными вещами. Большое значение для денежного благополучия имеет пол. Пройдите по своему дому, посмотрите, много ли у вас места, где вы давно не убирались. Обычно в любом доме или квартире есть труднодоступные места, где уборка проводится достаточно редко. Вот именно в этих местах находится преграда вашей денежной энергии. Часто это пространство под кроватью, углы, кладовки, пространство за мебелью. Именно поэтому важно периодически проводить генеральную уборку не только на открытой территории дома, но и постараться мыть пол там, где больше всего скапливается пыль и грязь. Чтобы привлечь достаток в свой дом, лучше всего мыть полы специальной денежной водой. А как это сделать, сейчас расскажу. Купите пачку обычной молотой корицы. Эта пряность прекрасно помогает в любых денежных делах. Издавна ее использовали для решения денежных вопросов и привлечения удачи и благосостояния. Возьмите ведро с водой, добавьте туда 2 чайных ложки корицы. Размешайте. Далее произнесите над водой такие слова. Корица пряная и жгучая. Наполни мой дом мощным денежным благополучием. Говорим один раз. Все. Дальше смочите тряпку и вымойте все полы в доме этой водой, уделяя особое внимание тем самым труднодоступным местам, углам, полу, вдоль стен и плинтусов. Для хороших денежных результатов и больших успехов в делах проводите такую уборку минимум 2 раза в месяц. Кстати, такую практику вы можете проводить при любой луне. Разницы нету. Второй обряд. Золотая вода при высадке любых растений, который всегда будет привлекать денежный достаток в дом. Летом многие занимаются огородными делами, высаживают, ухаживают за растениями. А ведь помимо красоты, приятных эмоций и внутреннего успокоения, которые приносит это занятие, оно также может принести пользу вашему кошельку.
чтобы в доме было благополучно, сыто, при высадке любых растений, цветов, заговаривать их особыми магическими словами. А для этого ритуала не обязательно иметь дачу, можно заговаривать любые домашние растения. Можно проводить ритуал перед посадкой растений или при высадке молодых ростков. Для практики вам понадобится ваше личное золотое украшение и несколько золотых монет. Если вы золото не носите, то просто берите монеты желтого цвета. Также вам понадобится небольшое количество воды. Итак, монеты. Если берете украшение вместе с украшением, опускайте в воду на сутки. Настаиваются тени. Далее, ранним утром нового дня достаньте украшение, монеты из воды и начинайте посадку или пересадку своих растений. Делайте это с любовью и особой заботой. Не спешите. Чем больше удовольствия будет вложено вами в этот процесс, тем лучше для результата практики. Когда растение будет посажено, полейте золотую воду и в то же время приговаривайте такие слова. «Золотая вода твоих корней коснулась, чтобы удача мне улыбнулась. Будут корни твои крепки, станут доходы у меня расти. Будут листики твои здоровы и зелены, будем дома благополучием цвести. Заговариваю, будет так». Говорим один раз. Полейте все высаженные растения золотой водой. Делайте так при каждой посадке, а далее просто уже ухаживайте за растениями, как обычно. Как только растение пойдет в рост, начнутся благоприятные перемены в вашей жизни. А также дам вам особую практику для чистоты денежного канала. Что нужно хранить в своем кошельке? Во время растущей луны многие стараются привлечь к себе денежную удачу, чтобы улучшить свое материальное положение, получить денежный подарок или повысить свой доход. Также в дни растущей луны можно проводить практику на раскрытие денежного канала. Деньги – это энергия, от скорости течения которой зависят наши доходы и материальное благополучие. Если каналы, по которым протекает денежная энергия, засорена, то она течет медленнее, чем это возможно. При этом человек может прикладывать немалые усилия для зарабатывания денег, экономить и тем не менее продолжать испытывать денежные трудности. Чтобы энергия денежного изобилия могла протекать свободно и беспрепятственно, циркулировать внутри канала, его необходимо открыть, то есть очистить и возобновить свободное энергетическое течение. Для этой практики я рекомендую дождаться именно фазы роста Луны. Это важно. Ведь при фазе роста любое действие направлено на развитие, многократно усиливается за счет активной лунной энергетики в этот период, что позволяет получить хорошие результаты, а самое главное – улучшить свою жизнь в самые короткие сроки. Если вы чувствуете, что деньги приходят к вам с трудом, есть проблемы не только с зарабатыванием, но и расходом средств, или случаются часто финансовые неудачи, и вам кажется, что вы способны на большее, сделайте следующее. В позднее время возьмите простой карандаш и одну купюру из кошелька. Лучше, конечно, если она будет крупной. Обеспечьте себе полное уединение. Сядьте перед окном, посмотрите на небо, на луну, подумайте о бескрайних просторах Вселенной. Нарисуйте на левой стороне купюры знак бесконечности. Переверните купюру и сделайте то же самое с другой стороны. Потом возьмите купюру в руки, далее скажите: «Как у Вселенной нет границ, так их нет и у доходов моих. Пусть очищает сильная луна от всякой нехватки меня, да наполняет мои денежные пути чистейшим светом изобилия». Говорим один раз. После этих слов нужно положить купюру на окно, чтобы лунный свет падал как раз на нее. А утром переложить ее в свой кошелек в отдельное отделение. Очень важно такую купюру не тратить хотя бы 3 дня. После ее можно спокойно потратить. Все. И вот такая практика, если вы будете ее проводить почаще, это будет ваш особенный ритуал, который позволит привлечь процветание и изобилие. Данную практику мы проводим во время роста Луны вплоть до полнолуния. Вот такие магические секреты на деньги. Обязательно используйте эти секреты себе во благо, и в вашей жизни будет процветание.